Всем-всем-всем привет! У нас Лапландия, ко дню рыбака. Разработчики игры всегда открывают локацию Лапландия. Здесь, если вы не забыли, нам осталось две зачетных рыбы поймать, чтобы пройти экспедицию, третью экспедицию. Мы постараемся в этой серии это все сделать. Обязательно я подключаю сейчас, мне даже суточный вип будет. Ой, как бы, давайте суточный VIP включаем. Бесплатно. Открываем. Ничего интересного. Сейчас мы все с вами будем делать. Устраивайтесь поудобнее. Берите всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов. Чтоб никто ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям. А также подписывайтесь на телеграм-канал от 100 подписчиков. На нем мы будем с вами голосовать за ту игру, которую хотели бы увидеть на следующий день. Ну что, из водной части все. На реку Кломат я еще одну раколовку ставлю. Нам осталось поймать рыбку, но для этого осетра финского. Но для этого нам нужно рыбку замороженную купить. Где он лучше всего? Зимнее чудо? Ну, как раз здесь. Погнали в магазин. Купим ее. Ну, не знаю, сколько. Сколько потратить золота на замороженную рыбку? Десяток. Давайте 10 золотых потратим. 100 у нас ее будет. Кстати сказать, надо зайти сюда и посмотреть один день. Я не смогу, наверное, завтра задонать. Им отправить. Давайте я заранее оплачу VIP. Нет, не буду заранее оплачивать. Я, скорее всего, завтра смогу зайти. Так, из бонуса помахать флагом. Золотую наживку. Тебе мы отдадим. А мне давайте икринки. Все, окей. Ну что, теперь все. Можно начинать. Будем ловить. Но мне кажется, все-таки лучше на другой локации было бы это делать. Ну, осталось нам уху донскую. И сейчас по максимуму что-то мы тут запилим. Да. Ну все, можно начинать. У нас флаг дает плюс 14 к опыту. Ох, мы еще и опыт увели. Еще больше он будет. Все, давайте ловить, наслаждаться Лапландией зимним чудом. Погнали. Погнали, надеюсь, завершить сегодняшнюю экспедицию.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.
Задача выполнена.
Ну что, друзья, наверное, сегодня мы потихоньку будем завершать. Одну зачетную поймали, одного зачетного осетра поймали. А до этого хотел сказать одну зачетную рыбку. Ну что ж, потише. Ну, на вторую сил уже не хватает, да и времени. Не будем, опять вот видите, ни зачет, не будем тянуть кота за одно место. Будем, наверное, сегодня завершать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока. И на Лапландии мы в ближайшее время будем еще очень много ловить. Всем пока-пока. Thank you.